От затянувшегося ремонта водители здесь уже устали. Две полосы моста на Щербакова закрыли еще в начале августа, но работы не закончились и по сей день. Пол-лета уже. Днем не было рабочих очень часто, то есть работы не проводились в дневное время. Может быть, они в ночное что-то делали. Но подрядчики успокаивают, потерпеть горожанам осталось недолго. Сейчас рабочие ждут, когда на участке просохнет бетон, после чего начнут стелить асфальт. Если будет погода благоприятствовать, то это произойдет в воскресенье или понедельник. Мы заасфальтируем мост и полноценно запустим его в работу. Впрочем, этот объект – один из немногих, где не успели закончить работы к концу сезона. За лето подрядчики отремонтировали почти 900 тысяч квадратных метров дорог. Сегодня их состояние оценили общественники. Ям на проезжей части не нашли, но пешеходными переходами остались не совсем довольны. Из-за понижения, которое здесь существует, безусловно, важный фактор для обеспечения доступности среды. Но внизу, то есть в начале пешеходного перехода, образовалось скопление дождевой воды, то есть в простонародье лужа. Впрочем, горожане луж на дороге будто не замечают. Ну, попрыгал, перепрыгнул. Ну, местами, да, местами нормально, хорошо проходить нужно. Это обычное явление. На отремонтированной улице 8 марта луж гораздо меньше. Однако подрядчики не скрывают, ее тоже предстоит доделать. Ведь из-за мундиаля ремонт в центре города проводился с отставанием на полтора месяца. А из-за большого потока транспорта – только по ночам. Это центр города, очень большое движение. Большинство работ проводились ночью. В принципе, мы все работы выполняем по графику. Вот только дождики приходится пережидать. Осталось сделать, значит, бетон на тротуарах. В количестве 70 квадратных метров и плитку в межрельсовом пространстве в количестве 300 квадратных метров. Закончить работы подрядчик планирует в течение недели. Впрочем, власти это опозданием не считают. По сути, у нас остались работы, связанные с укладкой плитки бетон, значит, и с восстановлением газона. Все асфальтовые работы, практически все, мы на 99,9% завершили. Все замечания общественники передали подрядным организациям. Завершить работы должны до конца октября. Устранять недочеты планируется в любую погоду, даже если весь месяц будет дождливым. Юлия Анашкина, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.